Ребят, я, как и вы, надеялся, что Невьядов будет весить 749 килограмм. Но он весит 850. Блин, но он реально же меньше Авива. Как они умудрились его так утяжелить? Что надо было сделать с ним? Давайте посмотрим, как так получилось. Прекрасно все. Слева кухня с моечкой, с плитой, с ящиками для посуды. Тут, смотрите, ну, сделали совсем узенькие. Наверное, можно было побольше сделать, но вот так решили. Наверное, чем-то они руководствовались. Так, ну что ж, тут у нас получается гостиная, еще маленькая гостиная, которая превращается в спальню. Там под сидушками, наверное. Кстати, еще сиденья такие, знаете, низенькие. Там под ними, наверное, что-то еще есть. Какие-то коммуникации, наверное. Отопитель стоит. Значит, холодильничек совсем крошечный. В Адрии. А Вива, он больше, кстати. Это еще меньше. То есть вот для холодильника прям отдельная тумба здесь есть. Так, двигаемся дальше. Значит, вверху тоже решили сделать узкие совсем полки. Так сделать, так получше будет. Что-то слишком песочный этот объектив. Вверху есть место, но, честно говоря, маловато. Ну, совсем чуть-чуть. Но, знаете, хочу сказать, что качество хорошее. Прям чувствуется. И доводчики, и все как-то так, знаете, открывается, закрывается. Прям приятно даже. Стол, я сказал, что трансформируется. Давайте самое важное посмотрим. Есть душ. Но не в этом варианте. Видите, нет отверстий. Душевой поддон предустановлен, но, видимо, надо заказывать пакет. Ну, туалет, само собой, химический Тетфорд будет, все тут как обычно. Умывальничек откидной, закидной и зеркало такое, смотрите, вообще, как у бабули, овальное. Ну, по высоте нормально, в принципе, человек с ростом где-то 180 сантиметров здесь поместится. И знаете, мне что нравится еще, тут, ладно, еще, тут надо душ-пакет заказывать, иначе еще будет тяжелее прицеп. И здесь над головой очень прикольная такая мягкая отделка. В общем, прицеп классный. Вот даже есть гардероб. Он очень сильно мне напоминает Авиву. Очень сильно. Тут вот видите. А, так, кстати, здесь находится. Интересный дизайн. Правильные технологии изоляции. ГФК-пластик. Долговечно, интересно. И в таком вот своеобразном дизайне, который находится в таком безвремени, что ли. А в следующем видео мы познакомимся с прицепом весом до 750 кг производства Турции. Подписывайтесь и не пропускайте новые видео. До новых встреч. Пока.